Всем привет! До финала сериала «Зимородок» осталось всего ничего. И турецкие источники решили не баловать зрителей спойлерами, чтобы сохранить интригу до пятницы. Однако кое-что интересное найти в сети все-таки удалось. Берлин Пазам, сыгравшая Суну в данном сериале, рассказала о финале второго сезона, напомнив, что в пятницу 7 июня проект завершится на 73-й серии. Актриса подчеркнула, что это будет очень захватывающий эпизод. Она говорит, что всем немного грустно. Скоро они уходят на перерыв. Актриса не знает, что будет с новым сезоном. Она взволнована так же, как и все остальные. Но девушка знает, что в финале этого сезона будут, как бы сказать, очень интересные и захватывающие моменты. Итак, финальная серия второго сезона сериала «Зимородок» обещает быть насыщенной и драматичной. Последние события из жизни главных героев развернулись с невероятной скоростью. Сейран, узнав, что ее муж Ферит продолжает общаться с Пелин, принимает решение уехать в Лондон вместе с сестрой Суной и ее мужем Каей. Но перед этим она сталкивается с новостью о своей беременности, которую решает пока держать в секрете. Ферит, испытывающий глубокую вину за смерть своего отца Архана, решает пойти по темному пути мести, становясь все более погруженным в мир мафии. Его действия и решения приводят к аресту Шахмуза, добавляя еще больше напряжения и без этого сложные отношения в семье. Тем временем Пелин, все еще фигурирующая в жизни Ферита, узнает о болезни Сейран и пытается использовать эту информацию в своих целях. Она встречается с Сейран, чтобы извиниться за прошлые поступки своей матери и рассказывает о том, что знает о ее состоянии. Несмотря на это, ее роль в жизни Ферита продолжает вызывать ревность и недовольство Сейран. Также внезапное появление нового персонажа Серпиль, племянницы Ифакат, добавляет интриги. Она возвращается с целью отомстить за свою мать, что приводит к новым конфликтам и неожиданным поворотам. Финал сезона обещает быть захватывающим. Сейран решается на побег из страны, и несмотря на попытки Ферита ее остановить, она все-таки уезжает. Ферит, осознавший, что потерял свою жену, просыпается в опустошенном доме, не зная, что скоро станет отцом. Эта серия оставляет множество вопросов без ответов. Что будет с Феритом на его новом пути мафиози? Вернется ли Сейран, узнав о своей беременности? И каково будет будущее других героев, когда их жизни так тесно переплелись в этом клубке интриг и страстей? Таким образом, финал второго сезона «Зимородка» не только подводит итоги к текущим событиям, но и закладывает основу для нового, еще более захватывающего сезона. Хотели бы вы продолжение данного сериала? Напишите свое мнение в комментариях. Напомню, что финал сериала состоится 7 июня и завершится на 73-й серии. Если вам понравился данный обзор, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на мой канал. Приятного просмотра!